Мы начинаем тренировку с 10 упражнений, которые выучили раньше, и добавляем 15 секунд упражнений на динамику. Каждое упражнение будет занимать теперь 60 секунд, и 10 секунд будет переход между упражнениями. Мы начинаем первое упражнение приседания, поставив ноги чуть шире уровня плеч, плечи назад и вниз, приседаем в течение 45 секунд. Выдох на подъеме. В каждом упражнении есть что улучшить. Полностью выпрямляйтесь, давите на пол всей ступней. Выдох в момент приседа. Поддерживайте темп средней интенсивности и оставьте немножко энергии на последующие упражнения. Не забывайте о правильном дыхании. Переходим к пульсирующим приседаниям. Мы качаемся на согнутых в коленях ногах. Если хотите добавить нагрузку, вы можете начать подпрыгивать, мягко приземляясь. Если нет, уменьшите амплитуду покачивания. Упражнение «Дровосек слева направо». Ноги шире плеч, потянемся влево и скрутимся в полуприседе вправо. Выдох в момент скручивания. Если упражнение простое, увеличьте амплитуду движений рук и садитесь глубже. Если упражнение слишком сложное для вас, то поднимитесь выше. Помните, что темп упражнений вы можете выбрать сами. Упражнение должно идти с усилием и вовлекать мышцы ядра. Не забываем дышать. Переходим к упражнению конькобежец. Пружинистый шаг в бок с приземлением на носок и переходом на полную ступню. Вторая нога идет за опорную ногу. Если вы хотите добавить нагрузку, добавьте более активное движение руками и увеличьте амплитуду движений как рук, так и ног. Упражнение «Дровосек» справа налево. Делаем все точно так же, только тянемся направо, а скручиваемся налево. Упражнение может выполняться в разные стороны с разным уровнем комфортности. Это нормально и будет исправлено в ходе тренировок. Продолжаем контролировать движение, дыхание, амплитуду упражнений. Не давайте максимальной нагрузки, вам нужно экономить силу на упражнении конькобежец. Можно попробовать сесть глубже, чтобы дать большие нагрузки. Держите грудь ровно. Дышим. Переходим к упражнению конькобежец. Раз и два. Если начинает болеть спина, поднимитесь немного выше и не тянитесь слишком вниз. 15 seconds, almost there. There we go. That's it. Следующее упражнение – поочередные боковые выпады. Мы выполняем его в течение 45 секунд и переходим к упражнению на динамику. Широкий выпад в бок, назад, выпрямитесь, сделайте шаг в другую сторону. Держите тело ровно. Упражнение средней интенсивности. Сердечный ритм ускоряется. Вы можете добавить движение противоположной рукой к опорной ноге. Хорошо. Продолжаем. Давим на пол всей опорной ногой. Almost there.
Прыжки, ноги вместе, ноги врозь. Вы можете выбрать быстрый или средний темп. Вы можете добавить движение рук. Это ваше упражнение, вам виднее, что вам нужно. Прекрасно. Приседание в бок. Из позиции стоя ровно мы делаем шаг в бок и приседаем, возвращаемся и делаем шаг в сторону другой ногой. Главное возвращаться все время на центр и держать средний темп в течение 45 секунд. Вы можете держать руки на боках, можете добавить движение руками вперед. Если вам нужно больше поддержки, держите руки на боках. Выдох при возвращении на центр. Ноги нагружены, сердечный ритм растет. Не допускайте боли или дискомфорта при выполнении упражнений. Если ваш темп не совпадает с моим, это нормально. Быстрое приседание в бок. Перемещаемся приставным шагом или прыжками. Добавляем движение рук вперед. Всего 15 секунд. Keep it up right to the end. You can do anything for 15 seconds, right? Woo! There we go. Nice job. Переходим к упражнению планка. Руки находятся под плечами, тело ровно. Из этого положения мы переходим в боковую планку на левой руке. Возвращаемся в основную планку и делаем планку на правой руке. Темп выполнения упражнения для нас не важен. Мы концентрируемся на выполнении упражнения правильно, поддержании ровного положения туловища и загрузке мышц средней части туловища, его ядра. Пресс напряжен, важно контролировать баланс. Выдох при возвращении в основную планку. Итак, займем положение в боковой планке. Рука вытянута к потолку, пальцы разведены, тело ровно, дыхание устойчиво. Переходим в планку на другой руке и задерживаемся в этой стойке. Active in that hold. Just a few more seconds, guys. There we go. Finish it up. Снова стойка в планке. Но теперь мы делаем выход только в планку на одной руке. Контролируем положение тела, не допускаем его провисания. Ядро загружено. Тело ровно. Еще раз, нам не важно, сколько переходов вы сделали. Нас интересует, как мы выполняем упражнение. Загрузка мышц, загрузка ядра. We make sure that our core feels like it's strong and it's involved in every part of that movement. Nice job, you guys. So start getting your mind prepared because we're going to have a single side hold in just a sec. We want to make sure that we're ready. Here we go. Готовимся к переходу. Итак, занимаем статичное положение в планке на левой руке. Пальцы правой руки к потолку. Даже если мы не видим, мышцы ядра напряжены и работают. Прекрасно. Well done, guys. Отжимание в планке на коленях. Мы опираемся на коврик коленями и руками, опускаемся и поднимаемся. Руки вдоль тела.
Несмотря на то, что мы стоим на коленях, обращайте внимание на ровную линию спины. Это должна быть ровная линия от макушки до колен. Если вы не можете выполнять упражнение в полном объеме, выполняйте с амплитудой, которая вам по силам. Контролируйте руки. Напряжение должно идти на трицепсы и ядро. Отлично. Конечно, вы вовлечены и многие другие мышцы, не только трицепсы. Выбирайте свой темп. Держите спину ровно, а мы переходим к упражнению «Подъем в гору». Из положения планка мы поднимаем таз и начинаем быстро делать поочередные выпады ногами вверх к локтям рук. Продолжаем это в течение 15 секунд. Всего 15 секунд. 3, 2, and 1. Here we go. И снова мы в планке. И теперь мы переходим в планку на правой руке и возвращаемся в начальное положение. И опять, не делайте упражнения слишком быстро. Нас волнует частота выполнения, правильность и нагрузка мышц ядра. Плечи, бедра, ядро, все работает вместе. Чуть-чуть поднимите бедра повыше. Выдох при возвращении в исходное положение. Keep in mind too, in that side plank, we want to still try to lift those hips up towards the ceiling. Exhaling, tight core in the center. Are we feeling the burn, guys? Yeah. Как дела? Хорошо? Do we find our strong side? Yep. Let's keep working right there. Now keep Продолжаем in mind, работать. Getting ready to transition right now into our side Готовимся plank к переходу. Hold. So go ahead and get yourself set up. И переходим в статичную планку на правой руке. Стоим ровно, рука тянется к потолку. Breathing, body long, дышим. Those abs in tight. Бедра ровно. Right there. Finish strong. Keep lifting those hips up. 3, 2, and И заканчиваем. Последнее упражнение – раскручивание корпуса. Лягте на спину, ноги согнуты в коленях, руки на бедрах. Мы выдыхаем в момент подъема туловища. Поднимаемся к коленям и плавно опускаемся обратно. Очень важно контролировать плавность опускания на коврик, укладывая поясницу, среднюю часть спины и плечи, а не падать с размаха. Drawing it in, lowering back and down. So this is one of Работа не заканчивается в верхней точке, а продолжается все время. Это то упражнение, которое выполняется чем медленнее, тем лучше. Движения мягкие, плавные, как дела, устали? Готовимся заканчивать упражнение. Сэкономьте немножко энергии на последние 15 секунд. Из положения сидя мы поднимаем ноги и удерживаем их в поднятом положении. Спина ровно, дышим и улыбаемся. Breathing, smiling maybe. Yeah, there we go. And finishing up these last few seconds of hold. Three, Последние two, несколько секунд и заканчиваем nice упражнение. Мы завершили все 10 упражнений тренировки и отдыхаем минуту, после чего переходим к повторению сета во второй или в третий раз. Let's get after it.